Многочисленные переломы получил восьмиклассник. Пионерской средней школе имени Евсюковой придется заплатить за серьезную травму ученика, которую он получил на тренировке. Установлено, что в мае этого года подросток на спортивной игре получил травмы в виде многочисленных переломов ноги, квалифицированных как тяжкий вред здоровью. Условия безопасности при тренировке не были соблюдены. Ребенок перепрыгивал через препятствие, а именно металлический забор, используемый в качестве ограждения территории школы под присмотром учителя. Директору пионерской средней школы внесено представление, а в суд направлено заявление о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего. По результатам рассмотрения иска судом с образовательной организацией в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей.